Театральная весна зажигает звезды. Очередной фестиваль детского театра на одной сцене собрал самых талантливых и артистичных ребят Колыванского района. 4 студии определяли лучших из лучших. Новые постановки, новые имена и, конечно, аплодисменты зрителей, как лучшая оценка творчества. Улыбаемся. Глазки, чтобы горели, блестели все. А сейчас что? Ручки не скрещиваем, их поправляем. Вот улыбаемся все. Последнее наставление руководителя – и вперед покорять зрителя. Для этих юных артистов сцена уже не страшна. Им она верная подруга. У Ксюши Синьковой за спиной не один десяток ролей. Актриса признается, в роль вживается легко и слова почти не учит. Все приходит само собой. Я вообще с самого детства я хожу вот сюда, и мне очень нравится. Я считаю, что у меня получается. И я вообще хотела поступать на театральный. На сцене как начинающие, так уже и опытные артисты. Костюмы, грим – все отточено до мелочей. Однако же юные артисты все равно волнуются. Репетиции не прекращаются и за кулисами. Соловей, соловей, спой на песенку с ветвей. Соловей, соловушка, звонкая головушка. «Красная шапочка», «Золушка», «Квартет». Игра актеров позволяет взглянуть на привычные произведения по-новому. Многочасовые репетиции позади. На сцене полная отдача. И как итог – аплодисменты. Выпускник Новосибирского театрального института Иван Елисов сегодня почетный член жюри, а недавно сам стоял на этих подмостках. Детская театральная студия стала для него первой ступенькой в профессию. Я считаю, рост есть, и рост очень хороший, положительный. И я полностью уверен, что это будет продолжаться. То есть на следующий год я уверен, что мы увидим еще более что-то такое. По крайней мере, хочется в это верить. Для юных артистов на этой сцене все только начинается. Районный фестиваль – старт большого искусства. И с каждым годом служителей мельпомены в Колыванском районе становится все больше.